Всем привет! Только проснулись с собакой. Сейчас перед прогулкой хочу ее покормить. Вчера виделся с друзьями, и мне сделали подгон, можно сказать так, корма для собаки, так как у людей работа связана именно с животными, то есть у них ветеринарная клиника. И сделали подгон, корм этот, консерва и какое-то лакомство. То есть вот это лакомство, а вот это консервы. Многие могут подумать, а что я так мало наложил? На самом деле все просто, потому что это корм для щенков. И многое его не надо, потому что он калорийный. И сейчас посмотрим, как собака будет это все дело есть. Ешь. Ну, собаке вроде нравится. Вроде вкусный. Я как раз хотел покупать витамины для собаки, ну, пропить курс. И мне такой подгон. Вчера. То есть витамины покупать не придется, потому что вот это лакомство, у меня его еще много, и оно витаминизировано. Сейчас доест и гулять с ней пойдем. Но она уже практически доела, поэтому буду прощаться. Если видео понравилось, ставь лайк. И если не подписан на канал, то подписывайся. У меня на этом все. Всем пока. И до встречи в следующем видео. И также подписывайтесь на паблик ВКонтакте, кто не подписан. Ну, ща на водичке попьет. Чё ты? Странно, воду не хочет пить. Вчера я, когда пришел домой, и сразу пару штучек дал этих лакомства, она воду пила, сейчас что-то не хочет. Ну ладно, не хочет, как хочет.